Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой вот журнал Cosmopolitan. Это октябрь 2016 года. На обложке здесь у нас Нюша, и это у нас обычное издание, питерское издание. Но на самом деле, что в этом питерском издании, ну, он обычно идет вместе с Космо, продается, да, вот такой вот брошюрка такая. Здесь по факту про Нюшу ничего нет. Здесь просто вот типа обложка, здесь всякие там рестораны, афиши и так далее, всякое там. Всякое такое, что связано с Питером. Вот. Ну, это как бы типа приложение. Они обычно вот так вот продаются, да. То есть ничего особого здесь нет. Ну, просто что есть и есть. Так, значит, давайте смотреть, что здесь есть в этом Космополитене. Значит, давайте начнем. Ну, естественно, здесь лицо с обложки, да, вот такая вот у нас здесь Нюша. Дальше у нас есть с фотосессии фотография. А, нет, сначала тоже лицо с обложки, типа кто фотограф, там, типа кто стилист и так далее. Дальше у нас есть фотосессия фотография, вот здесь вот такая интересненькая. Так, дальше я что-то там нашла с Робертом Паттинсоном. Решила вам показать. Сейчас. Вот, Роберт Паттинсон у нас здесь есть. На всякий случай, вдруг вам надо будет. Ну и сама статья про Нюшу, она тут очень толстый журнал, страниц 300, наверное. Ну вот статья про Нюшу, как бы здесь вот прям долго до нее надо доходить. Вот такой взрослый разговор. Здесь интересная такая фотосессия, как по мне. Вообще Нюша такая вот, не знаю, мне нравится. Музыка мне нравится, и вот фотосессии очень всегда интересны. Ну, в принципе, это все, к сожалению. Маленькая такая статичка. Ну, вот такие вот два издания у меня. Еще раз повторюсь, в этом ничего нет про Нюшу. Просто обложка прилагается в Питере. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, вам был полезен данный обзор, он вам понравился. Заходите, у меня есть и другие товары с Нюшей. Посмотрите мои обзоры. Еще раз спасибо и пока-пока.